Мультяшки, развивашки. Ребята, всем привет на нашем детском канале. Сегодня мы поиграем в игру «Том за золотом». Сегодня Тому нужно будет собрать побольше золотишка, чтобы мы могли построить домик и открыть трассу с кошечкой Анжелой. Ну что, вперед, мы вместе с вами на новой обновленной трассе в китайском стиле. Догоняем воришку енотика. Ребята, кто уже установил себе обновление «Том за золотом» в Китае, ставьте лайк. А кто еще не успел, устанавливайте поскорее. Здесь очень красиво. Наш енотик уже разбросал золото по всей трассе. А мы вместе с Томом спешим его собрать. Прыгай, Том! Ребята, ну как вам город в китайском стиле? Мне очень нравится. А вот и наш енотик. Отлично, Том! Мы подобрали 150 слитков. Теперь у тебя 100 слитков. Ребята, а вы на каком уровне? И какая трасса вам больше нравится? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Том, будь осторожней. И не пропускай слитки. Том, смотри. На грузовике, кажется, шлем. И не забудь подобрать его. Да, это шлем. Одевай его. Ребята, вы уже подписались на наш канал? Прыгай, Том! Подбираем магнит. Ребята, смотрите, все золотишко летит с нами. Запрыгивай на грузовик. Молодец! Прыжок. И еще прыжок. Отлично, Том! Ребята, посмотрите, какие фонарики в китайском стиле. Если вам тоже нравится эта трасса, ставьте лайк. Что-то котику Тому сегодня не встречались самолеты. Прыжок. Осторожней, Том. А вот и снова енот. И наши 100 слитков. Интересно, сколько Том соберет золотишко в этом забеге? Ребята, а сколько слитков больше всего собирали вы? Напишите нам. Нам очень интересно. Осторожно, Том, машины. Перепрыгивай. Пригинайся. Какие красивые дома в китайском квартале. Мы продолжаем собирать золото. Том, перепрыгивай машины. Прыжок. А вот еще один шлем. Том, смотри, сколько золота разбросал этот енотик по крышам грузовиков. А вот и самолет. Отлично. Полетели. Ребята, какой красивый квартал с высоты. Том, давай. Осталось совсем немного. И мы соберем 1000 слитков. И сможем начать строительство твоего домика. Прыгай, Том. Перепрыгивай. Еще прыжок. И еще один. Да, Том, на этой трассе много препятствий. Будь осторожен. Собирай золото. А вот и еще шлем. Вот и воришка. И на этот раз он оставил нам 100 слитков. Прыжок. И еще прыжок. Давай по крышам, Том. Осторожней. Интересно, когда еще будет самолетик? Очень хочется полетать. Запрыгивай, Том. Будь осторожен, Том. Прыгай аккуратней. А здесь перекрыта дорога. Оббегай. Снова много фур. Прыжок. Том, ты еще не устал? Нет? Тогда давай побегаем еще. Ребята, посмотрите, какие здесь желтые деревья. Мне очень нравится. А вам? Если да, ставьте лайк. А вот и новая улица в китайском стиле. Том, ты набрал уже скорость и уже бежишь очень быстро. Мы за тебя волнуемся. Не забывай собирать слитки. Прыжок. И еще прыжок. Оббегаем машины и бежим дальше. Том, как ты классно перепрыгиваешь с одного грузовика на другой. А вот и шлем. Теперь наш котик Том
может смело перепрыгивать все машины и не бояться, что может упасть или удариться. А теперь, Том, будь осторожен. Твой шлем исчез. Ребята, подписывайтесь на наш канал. У нас очень много интересных видео про Тома и кошечку Анжелу. Ой, кажется, наш кот Том врезался. Мы сегодня установили свой рекорд 7299 очков и собрали 1627 слитков. А сейчас, Том, давай начнем строительство твоего домика. Начнем с бассейна. А теперь давай улучшим фасад твоего старого домика. Ой-ой-ой, Том, смотри, сзади тебя енотик, и он опять что-то у тебя украл. Том, у тебя остались еще силы, побегаем еще немножко. Согласен, тогда вперед. Ребята, так как мы еще не достроили домик Тома, у нас нет возможности перейти на другую трассу. Так что, Том, давай постарайся собрать побольше слитков и набрать побольше очков. Ну вот, молодец, очки удвоились. Ребята, а какие трассы уже открыли вы? Напишите нам в комментариях, нам очень интересно. Запрыгивай, Том, на грузовик. Прыжок. Еще прыжок. Молодец. У тебя отлично получается. Том, будь осторожен и собирай все слитки. А вот и енотик. Кажется, он забыл сейф. Забирай его. Пригнись. Прыжок. Еще прыжок. Как много слитков. Давай, Том. Попрыгай по крышам. Будь осторожен. Прыжок. Лови магнит. Теперь все золото летит к нам. А вот впереди еще шлем, не забудь его подобрать. Осторожней, Том, оббегать дорога перекрыта. И снова мы почти догнали воришку и 200 слитков твоих. Перепрыгивай еще разочек. Теперь давай по крышам. Ой, ребята, кажется, мы немножко врезались. Том, теперь у тебя есть новый рекорд и один новый сейф. А давай посмотрим, что в нем. Вскрываем. Так, в сейфе есть динамит, обновление магнита и 5 бриллиантов. Отлично! Ну что, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте ваши лайки и смотрите новые серии.